Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего канала. С вами Лидия. Я продолжаю серию наших видео о недвижимости в Англии, квартиры и дома Лондона. И сегодня мы с вами находимся в шестой зоне. Место называется Фелтом. Я хочу показать вам типичные постройки для этого района. И, естественно, мы с вами пойдем в один из домов и посмотрим, как живут типичные англичане. Итак, приятного просмотра! Фелтом в основном застроен домами наиболее распространенного 32% в Великобритании типа домов semi-detached houses. Это двухквартирные дома из красного кирпича, которые разделяет одна общая стена. Как правило, один дом является зеркальным отражением другого. И именно в такой дом, я бы назвала его квартирой на земле, мы с вами и направляемся. Тук-тук! Anybody home? Есть кто? Нас встречает маленький предбанник. Небольшая прихожая и сразу напротив лестница на второй этаж. Наш обзор мы начинаем с гостиной. Это светлая комната площадью 17 квадратных метров с красивым деревянным полом. Стены окрашены в нежный теплый тон. Большое окно с выходом во внутренний дворик. Теперь заглянем во внутренний дворик. Зеленый пятачок, цветы в керамических горшках и маленькие статуи зверей – розовый фламинго и олененок. А так дом выглядит со стороны внутреннего дворика. Как вы заметили, и в этом доме имеются характерные детали интерьера – кожаный диван и большое зеркало. Царство хозяйки дома – кухня. Кухня с окном. Можно мыть посуду и наблюдать за событиями за окном. Красный цвет преобладает. Кухня хоть и маленькая, но очень компактная, и здесь есть все необходимое. Даже красивая картина на стене. Давайте поднимемся по ковровой лестнице на второй этаж. Здесь небольшой коридорчик с тремя дверьми, две спальни и санузел. Спальня хозяев также окрашена в теплый тон. Площадь комнаты 7 метров. Из интерьера ничего лишнего. Кровать, шкаф, прикроватные тумбы, комод и зеркало. А что еще надо в спальне? А так выглядит внутренний дворик из окна второго этажа.
А это спальня сына хозяев. Полная минимизация интерьера. Санузел совмещенный. Сейчас хозяйка продемонстрирует нам чудо-лестницу, чтобы попасть на чердак. Вот и все. Пожалуй, пора и уходить. Спасибо, что показали свою обитель. Аренда такого дома составляет около 1200 фунтов в месяц, а приобрести его можно в пределах 320 тысяч фунтов стерлингов. Это последнее видео из цикла «Недвижимость в Англии. Дома и квартиры в Лондоне. Где лучше жить в Лондоне?». Я показала вам для сравнения, какая недвижимость в самой дорогой части Лондона – Челси. Затем типичные английские дома в престижном районе Лондона – Ричмонде. И типичный английский дом в пригороде Лондона в спальном районе Фелтами. Теперь у вас нарисовалась картина, как живут англичане в различных районах Лондона. А где лучше жить? Выбор за вами. Напоследок, по традиции, анекдот. Женщина выбирает в магазине палас. Мне нужно что-нибудь практичное, не марка. Это для детской. А сколько у вас детей? 6. В таком случае практичнее всего комнату заасфальтировать. С вами была Лидия. Спасибо, что смотрели и слушали меня. Всем хорошего дня. До новых встреч. Бай!